Привет, народ! Ну что, соскучились по новой теме некоторых грибов. Грибы, вообще кто не знает, в переводе с латинского ⁇ это царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Павбол или дождевик. Это официально, то есть по-английски павбол это типа дождевика. Эти грибы названы так, потому что облака коричневых полевидных спор распускаются, когда зрелое плодовое тело лопается или подвергается воздействию, например, которое я оказывал, нажимая на эти грибы. Традиционно в Тибете пухлые шарики использовались для изготовления чернил. Большинство шариков не являются ядовитыми, некоторые часто выглядят похожими на молодых мухоморов. Грибы павбол продаются на рынке в Англии. Информации на самом деле про этот гриб очень мало, но вот как я отмечал, такой гриб использовали в фильме «Чужой завет». Грибы один в один похожи, то есть идею взяли именно с этих грибов. Споры, заражающие человека чужим через ухо, пришли из сценария «Чужой третья часть. По мнению некоторых биологов, именно грибы, а также грибоподобные организмы и водоросли сотворили на этой планете современную органическую жизнь. Споры грибов живут внутри человека. Они находятся в твоей пище, в твоем мозге, в твоей крови и в твоем кишечнике. Они везде. Грибы в компании с бактериями съедят всех людей после смерти и не подавятся. Есть много и странных, очень странных грибов. Например, люминесцентный гриб. Казалось бы, неоновые грибы могут быть только в фантазиях или фантастических фильмах, но они реально существуют. Произрастают в Бразилии и Японии. В этих странах в сезон дождей появляются необычные зеленые грибы. Еще один удивительный гриб – птичье гнезда. Растут в Новой Зеландии. Гриб имеет оригинальную форму, благодаря чему и получил свое название. Такая форма плодовитых тел служит для распространения все тех же спор. В яйцах спорах скапливается дождевая вода, когда они полностью наполняются, то разрываются, а споры разлетаются на расстояние аж до одного метра. Мутинус собачий. Название у этого гриба, ну уж явно не привлекательное. Помимо этого он имеет довольно неприличный внешний вид. Латинское название гриба мутинус канинус, что означает «как собака». Произрастает мутинусы собачьи в Старопольском крае, Томской и Ленинградских областях, Краснодарском и Приморском крае, Карелии, Грузии, Армении, Литве, Эстонии и Северной Америке. Селятся эти грибы на древесных опилках, гнилой древесине и пнях. Много странных грибов обитают на земле и делают свое дело. Какое же дело они делают? Давайте разбираться. Грибницы Грибниц. пронизывают всю Землю, создавая гигантские планетарного масштаба сети и, я не знаю как назвать, для чего эти сети, сети связи и общения между грибами. Да, я думаю, они умеют общаться, и вы поймете почему дальше. Они объединяют весь плодородный слой триллионами, квадриллионами километров своих нитей. Грибы отвечают за массу процессов, происходящих в природе, но при этом они не слишком бросаются в глаза. Грибы как бы вы ни думали, но это не совсем растения, потому что не умеют синтезировать питание из света. Нет у них хлорофила. Биохимия грибы тоже гораздо ближе к биохимии животных, чем растения. Это достаточно интересно. Вроде похоже на растения, на какие-то овощи, да? А к животным ближе. Почему так? Самая любопытная новость заключается в том, что мицелий может проявлять то, что условно можно счесть разумностью. То есть эти грибы разумны. Как так? Точно доказано, что мицели умеет планировать, собирать и использовать информацию, понимает свое местоположение в пространстве и, что самое интересное, передает эту информацию своим потомкам, то есть частям грибниц, отделившимся от материнской сети. Доказал это один японский профессор университета Хоккайдо Тосиюки Накагаки, который в 2008 году опубликовал в журнале Натур результаты своего эксперимента. Профессор обучал мицелий желтого плесневого гриба искать в лабиринте сахар, который эти грибы очень любят. Такие, знаете, сладкоежки. Так как в отличие от мышей, на которых часто, очень часто ставят эксперименты, грибы не имеют ног для передвижения. Чтобы добраться до сахара, ниточки целью пришлось расти, достигнув цели. Унюхав он сахар, моментально и целенаправленно направлял свои нити в сторону сахара. За несколько часов грибница легко справилась с лабиринтом и к вечеру достигла сахара. Профессор был просто ошарашен и повторил эксперимент. Взяв кусок грибницы, участвовавшей в опте, он положил его у входа в точно такой же лабиринт с сахаром на прежнем месте. И дальше случилось невероятное. Грибница разделилась на две нити, одна из которых отправилась кратчайшим путем к Сахару, не путаясь в тупиковых отрезках лабиринта, и прибыла на место через час. Но там ее уже ждала вторая нить, которая вообще плюнула на все правила человеческой игры, влезла на потолок стеклянного лабиринта и проползла по прямой над всеми перегородками прямо к цели, блаженно свесившись с потолка на сахар и поедая его. То есть, игнорировав препятствия профессора, она прекрасно сориентировалась. Ни одна мышь, ни одна крыса не демонстрировали таких потрясающих результатов. Запомнить лабиринт такой сложности с первого раза не всегда способен даже человек. Гриб в этом случае показал результат лучше шустрых и не глупых, кстати, мышей и крыс. Постоянных участников всяких там человеческих экспериментов. После этого Тесиюки еще долго экспериментировал с грибами. И вершиной их совместной деятельности стала грибная схема железнодорожного сообщения Япония. Ученый разложил по картам куски сахара в районах крупных городов и вскоре имел точный, экономичный и эффективный план маршрутов, во многом превосходящий по этим параметрам реально существующую дорожную схему, которую изварили люди. Если рассматривать грибницу как аналог мозга, который тоже проводит простейшие сигналы по миллионам клеткам, типа нейронов, да, я так понимаю, создавая то, что мы считаем мышлением, то разумность гриба становится объяснимой. У высших грибов существует даже нечто вроде наших органов Чувств. Мы эти органы чувств, собственно говоря, и называем грибами, которые находятся наружу, на земле. Ходим за ними в лес, солим, жарим, что там с ними делаем еще, то есть едим. Почему так? А потому что грибы это только вершины айсберга. Наросты на грибнице всего лишь перископы скауты шпионы, которые грибница выбрасывает вверх, чтобы решить кое-какие свои неведанные задачи, узнать, какая там погода, возможно принимать насекомых и отправлять их, чтобы трупики сделали субстрат вокруг более вкусный и питательный, выбросив воздух споры для размножения. А кто его знает, может и просто понаблюдать природу в неком грибном спектре видения. Версии могут быть любыми, потому что до сих пор ни один миколог, это специалист по грибам, не может точно определить все функции грибов на грибнице. Если рассматривать грибницу как аналог мозга, который проводит простейшие сигналы по миллионам клеток, то разумность гриба становится объяснимой. А стало быть, управлять грибами человечество еще как следует не умеет. Вообще, кто кем управляет, еще непонятно. А ведь зря грибы и так украшают нашу жизнь всеми способами. Но если бы мы научились полноценно с ними сотрудничать, страшно представить, в какой фантастический расцвет биоцивилизации это могло бы все вырастить. Интересные факты. В тропических лесах Амазонки существуют виды грибов, споры которых поднимаются высоко в воздух, создавая поверхность для конденсации воды. И таким образом вызывают дождь. Без всяких там танцев с бубнами. 144 вида грибов содержат психоактивные вещества, которые могут вызвать у человека глициногенные и другие ощущения, схожие с ощущениями употребления наркотиков. Причем более сотни из них растут только в Южной Америке, в частности на территории стран Карибского бассейна. То есть грибы внутренним своим содержанием при поедании меняют сознание человека. Грибы являются одним из самых безопасных наркотиков в мире, стоит уточнить, утверждает Адам Уинсток. Это консультирующий психолог, нарколог и основатель всемирного доклада о наркотиках. Подчеркиваю, что риску подвергаются грибники по ошибке, съевшие поганку. Вот оно как. То есть хотели полететь на радужном единороге, а полетели в загробный мир. Из более чем 12 тысяч человек, которые рассказали о том, что употребляли псилоцибиновые, так точнее, да, грибы в 2016 году, лишь 0,2% были вынуждены обратиться за скорой медицинской помощью. Но давайте я вам прочитаю какую-нибудь историю, взятую с интернета, чтобы вы понимали, что прием таких грибов неподготовленным человеком может быть как минимум опасен. Вы должны понимать, что грибы это не просто там какие-то там полурастения, полуживотные. Это целая цивилизация, которая может управляться одним источником. Ну, я не знаю. Есть такие предположения. Так вот, в отличие от большинства растений, грибы чрезвычайно общительны и расположены к сотрудничеству. То есть, мы все знаем, что мы сон какого-то бога. Все возможно, да? Так вот, иногда они правда просто паразитируют, заселяясь с непрошными гостями в тело жертвы и подъедая его понемножечку, да? Болезни, вызванные такими грибами, называется микоза, и заболеть ими могут все живые существа на планете от муравья до, до слона. Человек и тому подобное. У человека грибки больше всего любят селиться где-нибудь в кишечнике, в бронках, ротовой области, в подмышечках, ногах, на половых органах или там где-то, то есть там, где темно и влажно, где им кайфово. Если иммунитет прохлопал, то грибок устроил в себе маленькую грибную цивилизацию, которая в худшем случае может привести к летальному исходу. И, в принципе, этим грибам очень выгодно, потому что они тебя полностью сожрут. Впрочем, грибы не всегда стремятся быть такими вот незаконными пассажирами. Гораздо чаще всего они вступают с другими организмами. Во взаимовыгодные союзы, например, лишайники – это симбиоз грибов и некоторых водорослей. Устроено все очень удобно. Водоросль живет в грибе, защищенный им от солнца, сухости, неприятных кислот в почве и прочих вещей, которые водоросли не любят. Гриб, в свою очередь, получает от водоросли питание, которое оно умеет вырабатывать посредством фотосинтеза. другими растениями грибы часто организуют долгосрочные деловые союзы – микаризы. Наши предки недаром называли грибы подосиновиками, подберезовиками, боровиками и так далее. Ведь за исключением паразитов опять которые просто едят погибающие деревья, кстати, являясь по сути санитарами леса, все прочие перечисленные грибы состоят в микоризе, то есть в определенном союзе с представителями лиственных и еловых лесов. Суть микоризы в следующем. Грибница подползает к корню дерева, засовывает в него свои щупальцы, специальные отростки, гифы и кушает продукты фотосинтеза. Дерево абсолютно не возражает при этом. Взамен она получает от гриба влагу, а также кое-какие элементы, которые гриб умеет извлекать из почвы и атмосферы куда лучше, чем дерево, например дефицитный фосфор. Немножечко хочу поговорить о плесне, а именно про плесневые грибы. Они спасли человечество, возможно, от массового вымирания, потому что из них делают все основные антибиотики, а также метатоксины, вещества, которые помогают бороться с грибковыми заболеваниями. Немножечко опять о разумности и паразитической управленческой силе грибов, потому что мне это наиболее интересно. Некоторые виды взаимодействия грибов с другими существами могут у вас вызвать дикий ужас. Например, очень нехорошие вещи вытворяет с муравьями-древоточцами гриб кардипса с однобоки. В общем-то, муравьи с грибами давние друзья. Некоторые виды муравьев разводят грибные плантации на нижних этажах своих муравейников. Но кардицепс однобоки действует иначе. Спор гриба попадает по воздуху в мозг муравья, пристраивается на нервном пучке и принимается посылать муравью биохимические сигналы, управляя его поведением. Муравей превращается в настоящий зомби, бросает все свои дела, лезет на высокое дерево, находит там крепкий лист, вцепляется зубами В центральную его жилку И висит, пока не сдохнет И вот, из начинающегося разлагаться трупика Потихоньку им питаясь Уже растет длинная палочка с шишечкой на конце Это и есть кардицепс однобокий Муравей это маленькое насекомое А вдруг они решат Поработить человечество А может уже поработили Скорее всего уже так и есть. Ибо война у них идет не за разум человека, а с бактериями, которые давно нас уже захватили. Давно известно, Паразиты, которые способны изменять поведение своих хозяев и их физиологию, несмотря на то, что последние откровенно превосходят их по уровню развития. Существует даже гипотеза о том, что микроорганизмы, могут делать людей склонными к выполнению некоторых религиозных ритуалов. Если коротко, есть какая-то там мафия бактерий, определенных микробов, которые хотят кефирчика. Они захотели, а не вы захотели этого самого кефирчика, то есть как какого-то там молочного продукта. И у вас множество тысяч, может миллион этих колоний, и они по сути посылают вам сигнал в мозг, и вы под управлением бактерий делаете то, что если бы у вас этих бактерий не было, вы бы не делали. Вот также и грибы также и бактерии. И, возможно, реально идет война за разум человека, грибов и бактерий, то есть неких микроорганизмов за более крупные организмы, более умные организмы. Возможно, так вообще устроена вся Вселенная. Так вот, грибы уже сейчас без дополнительных мутаций могут изменять нашу реальность, пока только при приеме их внутрь, да? Когда Люди принимают определенные грибы и испытывают некую эйфорию, некоторые видения, что я вам ранее прочитал. Жизнеспособность грибов может вызывать удивление у каждого. Некоторые их виды способны выдержать все возможные виды излучения. А в 2002 году грибница была обнаружена даже внутри разрушенного реактора в Чернобыле.